Смотрите, какой красивый. Вообще огонь. Да? Надо своровать, что ли? Помазать и намазать даже можно пластырь. Не надо. Ничего, надо, наверное. А, может, все понятно. Взять. Можно день мазать, а день пластырь, да? Попробовать посадить. Ведь сварую. Ну что вы думаете? Я свистнула отросток цветка, поставила уже водичку. Не знаю, выживет, не выживет, но буду надеяться. Ну, шибко он красивый. И вот тут вот нам по ящикам почтовым раскидали японскую еду. Доставка. Тут роллы, суши, запеченное все в кляре. Короче, вот такая вот вкуснятина, красота. Столько много видов. Ну, я вообще особо такую еду не люблю. В смысле, я спокойно к ней вообще. Я могу поесть, но совершенно ровно дышу. Вот, посмотрите, красотища. Ну, и я скажу вам, не шибко дорого. 315-350. Если сильно захотеть, то можно заказать. Тут уже идет все запеченное. Так. Здесь уже суши. Ой, суши вообще не признаю, не знаю. Роллы ела и могу поесть, а суши нет. Потому что меня всегда пугают морепродукты. Ой, красотища, как все солнечно, ярко. Короче, я решила оставить эту книжечку. Ну, вдруг пригодится. Может быть, я захочу и закажу домой доставочку японской еды. Девочки, ну вот мои новые брючки, кармашки. Здесь все в обтяжечку и по бедрам, и попочка. И до самых колен. Новый ремешок. Сидят безупречно, как литые. К телу очень комфортно. И двигаться в них. Ну, такое ощущение, что их на мне нет. Прям одно целое. Вообще классно. Мне очень нравится. И самое главное, это клёш. Да, я в разных башмаках. Здесь кроссовок, здесь кед. И, кстати, сейчас модно спортивная обувь под всякие такие вот брючки. Блин, я так соскучилась по таким брюкам, клёшикам. Такое ощущение, что я вернулась в года своей молодости. Чувствую себя как в своей тарелке. Вообще классно. Конечно же, их можно, эти брючки, надевать и с ботами, и с любыми туфлями, и на платформе, и на низком. Я вам сейчас покажу. Да, нет у меня шикарного зеркала. Я сама от этого страдаю, поэтому я кривляюсь вот так перед экраном. Конечно, свет не совсем хорошо падает, но я думаю, все равно видно, да? Я просто балдею. Короче, здесь у меня кроссовок, а здесь у меня кед. И смотрится вообще супер-пупер. Супер-пупер. Короче, девочки. Круто. Вот мои новые брючки. Ну и белый свитерок. Вот такой вот чисто белый. Гладкая вязка. Средняя длина. Вот только-только ложится на пояс. Я же говорила, что белые вещи, они круто смотрятся. Они под все подходят. И просто эх, огонь. Я очень люблю белые вещи. Так что вот такой вот свитерочек. Ну, конечно же, естественно, под белую обувь вообще шикарно смотрится.
Ой, не знаю, как показать. Короче, как-то так. И джинсовая куртка-рубаха. Вот такая вот прелесть. Я просто балдею. Здесь такие разрезики, тоже средняя длина. Рукава на манжетах, вот такие большие карманы, воротник. Можно его поднять, будет круто. Манжет тоже можно застегнуть, расстегнуть, подкатать. То есть по-любому будет смотреться хорошо. Я довольна. И, кстати, я заметила, что на многой одежде вот именно вот такие пуговицы. Вот такие вот бежевые в коричневую пятнышку. Вот у меня вот на куртке, на брюках такая. И в магазине на многой одежде, на пиджаках, пальто и так далее. Это, наверное, писк моды. Самые модные, крутые пуговицы. Вот так вот под курточку можно надевать все что угодно: топики, футболки, майки, рубашки, и будет смотреться круто. Ну все, я новенькая и довольная. Вот такая вот фирма, размер 26. Так что все. Вот я опять в разных туфлях. Вот можно надеть вот такие вот на низком туфельки. Сейчас вам покажу. Вот такие вот. Такие классные туфельки. Можно на каблучке, на платформе. Вот такие вот. Но не ношу я их, они у меня лежат. Так, на всякий случай. Я не могу, я отвыкла. Вот вся обувь на каблуках. Я ее повыбрасывала, пораздавала. Все, вот оставила вот эти так, на всякий случай. Может, пригодятся. Но они классные. Но не могу я в них передвигаться, не могу. Нога не устает, ничего не устает. У меня устают пальцы. Короче, у меня нога не для туфелек. Моя нога для валенок. Что рука, что нога. Так что я всегда на спорте. Доброе утро всем, мои хорошие. А я с утра по минам. Сразу видно, что место для выгула собак. Но здесь ходят и люди. Это жесть. Короче, идешь по минам и думаешь, как бы не наступить. Вот такие вот прелести на каждом шагу. Вы меня, конечно, извините, но я хочу показать, как в России это все очень легко и просто. То есть никто не убирает за своими собачками. Посмотрите, это жесть. И вот так вот идешь. Осторожненько, аккуратненько, посмотрите. Ой, это только в России. Посмотрите, вообще живого места нет. Идешь и думаешь. Если попадешь, то что с тобой будет? Шлейф. А я-то вся иду такая вдоль чикавана. Я имею в виду аромат. Ой, уже все подтаивает. Вообще, ой, солнце. Такое хорошее солнце. Прям теплое-теплое. Потому что 3 градуса. Представляете? 3-5 градусов.
потепление. Но это хорошо, если уже так и останется. А если нет? А если это все обманчиво? Ну, как обычно у нас в Приморье так и бывает. Потепление, потепление. Потом бабамц и сюрприз. Блин, увидела кроссовки высокие, как я хотела. Вообще классный цвет, молочный такой. И модель моя. Сейчас, наверное, примерю. Классненькие. 2600. Ну, вот так вот выглядят. Ну, что-то они как-то сильно приподняты. Как платформа. Что-то не очень мне в них удобно. Короче, не моя модель это. Зашла все же к своему порту. Сейчас буду спрашивать. Посмотрите, какие классненькие меховые курточки. Вообще прелесть. С капюшончиком. Стоит 3800. Ну что, девочки, доработалась, доходилась. Нету моего пальто. Но сейчас вот она сходит на другую точку. Посмотрите, какие красивые пальто. Всякие разные. Да, а я смотрела меховое. Вот такое вот плотненькое с капюшоном. Вот остались только вот такие. Ну, это цвета не мои вообще. Но сейчас она, если там есть, принесет то, которое я видела с капюшончиком. Буду делать примерочку. Ну, вообще она сказала, что через 2 дня будет большой завоз. Поэтому я шибко не расстраиваюсь. Приду через несколько дней. Расстроилась вообще, трындец. Вообще мой цвет, моя моделька. Но остался только 48-й, я утонула, вы видели. Вот такое вот мне не нравится качество. Я хочу вот именно такой плотный барашек. И она бы мне бы уступила, представляете, как. День просто шепчет, солнце прям теплое-теплое. Посмотрите, какие лужи, уже все тает. Скоро вот эти страшные сугробы улетучатся. Короче, я в ожидании чуда весны. Прям жду. Ну, кстати, уже пахнет весной. Я стою, перекуриваю. Она хотела мне принести бежевое, но тоже не было моего размера. Буду ждать новую коллекцию. Взяла у нее телефон, созвонюсь. Вот девочка идет. То, что мне нравится. Вот. И подъеду. На следующей неделе буду выбирать себе пальто. А сейчас хочу зайти в отдел сумок. Нет, сумки у меня есть, но с ними как-то не ходится. Вот прям нравится мне рюкзак. Мне очень удобно рюкзак. Так что сейчас зайду, посмотрю. И зашла в обувной магазин, все мне не имется. Хочу себе боты спортивного плана. Потому что у меня такие на каблучке низком есть. Хочу вот такие вот. Нашла вот такой вот вариант. Они вообще просто на ноге не чувствуются. Очень комфортно. Мягкие-мягкие. Вот такая вот, короче, подошвочка. Вот так вот спереди. Ну, сбоку есть замочек, шнуровка. Такие мягенькие. Стоят они 3,5. Шикарно сидят. И самое интересное, что мне нравится, что моя худая нога, знаете, не как карандаш в стакане, прям по ножке. Вообще классно. Мне очень нравится. Шикарно. Вот более такой кроссовочный вариант. Вот такие вот. Ну, не нравится мне вот эта вот пятка выступающая.
И в них прям нога некомфортно, очень грубо. Вот такие вот они. Носок не очень красивый. И жестковатые. Я люблю очень удобную обувь, чтобы я как, знаете, босиком была. Ну, как-то так. Нет, эти мне не нравятся.